Какой-то паук на входе у него стоял, дебил, вообще непонятно, что... Опять паук на входе стоит! Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой в очередной раз мы продолжим прятаться друг от друга в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под нашей предыдущей серией троллинга прятки. Только благодаря вам мы и записываем эту серию. Поэтому, ребята, ставьте огромные пальцы вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите больше серий с троллингами и с прятками. Чем больше лайков наберем, тем больше серий будет выходить. Да. Ой, слушай, и моё. Мы так давно не снимали троллинг-прятки. Прям так давно. Прям вообще давно. А всё потому, что вы лайков мало ставите. Вот много лайков будет еще больше серий. Да, несложно же поставить. Поэтому, ребята, давайте вперед. Ну что, Жека, я пошел, да? Давай, все, пока. Давай. Итак, друзья, я уже все построил, но перед этим хочу вас очень сильно поблагодарить. Я еще до сих пор болею, но ваша поддержка, ребята, очень сильно помогает. Вы под предыдущей серией понаставили столько лайков и столько комментариев написали, мол, Женя, выздоравливай и прочее. Спасибо вам огромное, я уже иду на поправочку, но пока что еще все равно маленько болею. Сегодня я решил сильно не заморачиваться и не пихать кучу всяких разных элементов на свою карту и просто построил вот такой вот огромный туалет, построил вот такие вот цветочки и построил мусорку в туалете. Эти также, ребята, можно спрятаться вот сюда, то есть в такую канализацию, тут всякие кокошенцы лежат, вот, и тут есть, ребята, вот такая вот канализация, да, где тоже всякие разные какашки лежат, и туда тоже можно будет спрятаться. Также еще в этом туалете есть бачок, и в бачок тоже, ребята, можно залезть, вот тут есть такие вот двери замечательные, и в этих, в этом бачке ходят пауки. Я не знаю, почему здесь ходят пауки, но да, здесь тоже, ребята, можно спрятаться. В общем-то, это вся моя карта. Я надеюсь, что вам она понравилась, и не забудьте, ребята, влепить лайк, а мы начинаем троллить. Ну что, Жека, я иду, да? Давай, иди, Эдисон, я тебя уже жду. Вот, ну давай. Да. Посижу, тебя подожду, заходи на мою карту, великолепно. Ага, значит ты сидишь, да, или ты меня разводишь, Жека? Я тебя, возможно, и развожу, да. Так, ладно, что это такое? Что за цветочки, за туалеты какие-то странные? Да, знаешь, это туалет просто весь в цветочках. Давай, вот ищи тут... меня. Так, ладно. Посидит он, да, значит, посидит он. Значит, да, ты не спи, там, Жек, я сейчас тебе буду. Ну давай, ищи. А это что такое возле туалета? Это что такое? Что там такое возле туалета? Ой, так, Жека. Что-то тут странное, что-то мне кажется, это ты. Или да? Нет? Ну, попробую, да. Сейчас, траекторию нужно выявить, Жека, траекторию. Вот это ты. Нет. Я ошибся, Жека. Так, Жека. Давай, Эдисон. Да не зевай, сейчас все будет, Жека, не переживай. Так. Да, все будет у него. Ты меня не найдешь, Эдисон. Я так спрятался, что ты меня просто никогда не найдешь. Никогда? Вот прям. Так, кстати, Эдисон, еще в бачок можно залезть, а мне да, просто. Да я вижу, тут еще внутри что-то есть. Так, да, ладно. Нет, в смысле, не вовнутрь, а еще в бачок сам. А, в сам бачок, да? Да, там просто, знаешь, где лестница, двери, там двери, там типа двери скрытые. Со своими опять пауками. Жека, если ты опять будешь пауком в этой серии, я тебя просто задушу, честно. Я паук. Ты паук, да? То есть паук вот так делает. Ну, так. Я не знаю, какой-нибудь... Прям подумал то, что это ты. Так, посидишь. Ты меня разводишь, да? Да. Не, Жека, признавайся. Признайся, ну где ты, чтобы я тебя опять 10 минут не искал, ну пожалуйста. Жека. Ну даже не знаю, Эдисон. Может, пожалуйста. Тоже пойти полежать, как ты в одной серии? Да? Ой, я, пожалуй, посплю. Не было такого, Жека, не было такого. Я вот с крипером поиграю, здесь. Прикольно. Привет, крипер, смотрите. Есть крипер. Так, ребята, давайте будем следить, кто опускает голову или кто поднимает. Ага, хотя если он сказал полежать и посидеть, значит, что он не бегает, значит, он реально там хернёй какой-то страдает. А может, просто пока ты меня не видишь, я не бегаю, когда ты меня видишь, я бегаю. Да? Да. Я даже себе чаёчек забыл сделать, у меня вот тут закончился, видишь, я даже попить не могу. Эх. Часики надену. А, что ли, да. В бачок Да, там что-то есть, по-моему, кокандюли, да? Кокандюли, да? Да. О, еще внутрь, прям внутрь можно, да? Да, прям внутрь, прям в какашках можешь поплавать. Это какашки, типа? Наверное, да. Я же не знаю, где ты. Жека, я не буду бегать миллион раз, хорошо? Почему, в смысле? Эх,
Что-то не получилось. Это не ты, так. Ой, ты прям тут шахты настроил, ты с ума сошел, Жека? В смысле шахты? Это как бы канализация в какашках. Канализация. Ну как бы да. Не, это шахты какие-то. Ну как бы да, это канализация в какашках. Так. Ну. Да ну нет, ну как? В смысле? Почему? Потому что ты у меня боком как-то лежал, Жека, или ты стоял, даже если честно, не понял, что это было сейчас. Да иди ты в жопу, Эдисон, я там так беспалевно лег. Ну что ж, я могу уже бежать, да, я могу идти? Ну давай, Жека, давай, я тебя буду ждать. Опять больница. В смысле, я только зашел, алло! А что там? Они тебя бьют или что? Эдисон, за мной бегает орда! Ты тупой дебил! Ты опять позови! Я только захожу, они на меня напали! В смысле? Ребята, я свой! Я свой! А что, прям все бьют? Все на меня бегут! Все, ну нафиг, твой троллинг, Эдисон! Ребят, спасибо большое за просмотр, Эдисон дебил, не умеет строить ни хрена! Все, до свидания! Ай, в Африке горы. Что, я могу заходить, да? Я боюсь. Давай, Жека, давай, ищи. Я боюсь, я не хочу сюда заходить. Мне сейчас тебе. Что-то Жека там горит какой-то хрень, никто его там не бьет. Он просто не хочет меня искать, поэтому вот и горит. Вот. Ага, ну вот эти вот на все на меня нападали, значит, это не ты. Вот они все на меня нападали, значит, это был не ты. Не, Жека, так. А может я перепрятался? Подожди, может я перепрятался. А, ну хорошо, да, перепрятался вот, ну конечно. Так, перепрятался. Ну ладно, если хочешь, не верь, как бы, я вообще по барабану. Мистер автобус. Что это за автобус, я не понял. А ну давай рассказывай сюжет мне своей карты, потому что я что-то не понимаю. Ты попал в психушку, Жека, да. А, это психушка. Это психушка. Просто творится всякая хренотень, понимаешь? Просто много всякой хренотень. Я понял. Так. Да. Так, Редстоун, это. Так, нет. Ой, ай, кто там тебя убил, Жека? Это, меня тут убили, это кто? Редстоун меня тут убил. Ой, мама дорогая, что это такое? В смысле, где? Что это такое? Не знаю. Ты на улице посмотри, Жека, на улице посмотри. Так. Мистер Кукурица. Кого? Мистер Кукурица! Меня бьет мистер Кукурица! О боже, Кукурица! А ты так, видел ладно. Уже мой автобус, да, Жека? Да, автобус. Там есть что-то прикольное нет, внутри. Что-то ничего нет прикольного. В смысле ничего, там есть? Дайте много чего. Мне. Да? Ну ладно. Так. Ладно. Почему все стоят ровно, а вот эта вот курица повернута куда-то вот сюда? Какая и она обладает своими крылышками. Ну-ка. Может, потому что тваринный этот майн конченый, который не работает. А, Жека, твою мать. Понимаешь, просто ты понимаешь, почему я тебя сразу нашел? Потому что у тебя все наконец лежали, а ты просто боком стоял. Понимаешь? Этот троллинг прятки, ребята? Ой, слушайте, ребята. Мне кажется, я уже с ума сошел, разговариваю с курицей. Ты куда побежал? Алло. Ты сейчас прячешься, да? Я не знаю. Давай, я просто... Люди, это хрень, честно. Жека, я бегу. Я иду, ты меня жди. Идёшь? Если ты опять залагает, как бы я не виноват, понял, да? Да. Я точно не виноват. Конченый этот троллинг, мать его, и вот это все бесит. Бесит просто бесит. Да, потому да. Полчаса настраиваешь, полчаса прячешься, а потом Жека приходит, твою мать, залагивает троллинг, это все, и Жека находит меня за секунду. Эдисон, ты уже второй раз прячешься в курице, понимаешь? Мне кажется, что-то это значит. Курица? Да нет, не второй раз. Да, второй раз и курица. Ты второй раз курица, понимаешь? Второй раз курица. Так, мне кажется, это просто неспроста. Это неспроста. Кто тут башкой вертит, а, Жека? Кто тут башкой вертит? Никто здесь башкой не вертит. Вот у меня есть одна догадка. Вот знаешь, давай, Жека, мы будем сейчас рассуждать логи. Я не знаю, прав я или нет, хорошо? Пока! Я убегаю! Улетаю! Нет, не летится! Летучий мышь не умеет летать, что за хрень? Отстань! Как ты понял то, что я на тебя подумал? Отстань, отвали от меня! Я не буду с тобой играть! А пошел вон! Собака! Говно, жопа! Че ты там? Ты уже оценил мой комфортабельный туалет 3000? Почему-то, Жека, вот почему-то на 100% мне кажется, ты меня так же спалишь просто за 3 секунды, так же, как я тебя. Потому что мы досконально знаем свои карты, поэтому... Это кое-что, Жека, это кое-что. Да? Ну ладно, я хорошо. Хорошо? Так, подожди. Хорошо?
Я должен все хорошо осмотреть. Так. Это не так. Я ненавижу эти тролли-прятки. Просто ненавижу. Ага. Из этих багов. Так, подожди. Тут был один тип подозрительный. Да? Или нет? В смысле, какой тип же? Какой тип? Нет, это не подозрительный. Что-то какой-то не... Какой-то он не подозрительный. Угу. Ну, так, сюда бы ты не смог залезть. Так, мы же не смог. Ну ладно, не смог. Так, вот это какой-то бешеный. Нет, в смысле это... бешеный? Не знаю, так, подожди, отстань. Я не могу тебя найти. Так, подожди, может быть ты никак не осозна... Нет. Чё? Нет. Почему здесь лестница сломана? Ладно, поставим. Я случайно. Это случай, когда залезал туда наверх, случайно сломал. А, значит, ты наверху, да? Как Андюля, Жека, ты же любишь как Андюля. Так, ладно. Такой. Как Андюля, ну, да, значит, ну ладно. Может нет, а может да, может нет, Джек. Я не знаю, ищи где хочешь, просто ищи где хочешь. Сейчас я тебя найду, не переживай. Ну давай. Так, мистеры пауки, пожалуйста, вы можете... Да, я тут, да, смотри, вот я, я тут. Нет, это не ты. Я паук. Так, может быть ты где-то здесь? Ты здесь, может быть, нет. Пожака. Так, этот НПС что-то не бьется. Да. Ну ты сам его настраивал, поэтому не ко мне претензии. Так, как бы ладно, не бывает. Так, ну это как-то непонятно, Эдисон. Что-то ты тут творишь странное, непонятное, какой-то масонский заговор. Нет, Жека, нет. Отстань от меня, тупое дерево, пошел вон. Так. Нет, Жека. Нет, нет. Тебя там нет, нет. Тебя чё, там нет. Стоп, что это сейчас было вообще? Тебя там нет. Что это сейчас было, нахуй? В смысле? Почему здесь паук стоял на входе? Тебя чё, галёныши? Алло, я точно видел, здесь паука стоял. Ты что, дурак, Жека? Да тут стоял паук на входе в туалет, в смысле? Жека, ты с ума сошёл, какой нафиг паук, алло? Так, что-то я не могу понять, чё он вообще там, ребят, горит? Чё у него вообще там на видосе творится? Не могу понять, честно. Так, стоп, здесь был где-то паук. Паук. Подожди, объясни мне. Паук стоял на входе, да? Угу. Паук стоял и ждал тебя на входе. Да! Чё-то, а потом он исчез. А потом испарился, да? Так, нет, я не псих, не надо мне. Какой-то паук на входе у него стоял, дебил, вообще непонятно, что... Опять паук на входе стоит! Смотри, ты ж говнюк, где ты? Да черт, ну побрал его! Ты стоял на входе, говнюк! Я знал, что это не галлюцинации, ты... Ах, ты ж враг! Я же второй раз спалюсь. Ах, ты ж говно! Ну я реально думал, что это какие-то лаги. Так. Ой, Жека. Где этот сраный паук? Я тебя найду. Давай, ищи меня. А может я уже не паук, Жека? Да в смысле, так нечестно, не. Замолчал, ты же, смотрите, ребят, замолчал, сосредоточился, ищет какого-то там паука, непонятно. Его галёный, ребят, он вообще псих. Не зря я ему сегодня психушку построил. Жека, ага. Давай. Да не я! Да! Просто искусственный интеллект, no scope, easy. Да. А то, что я два раза выбегал и палился перед тобой, что да блин, я реально думал, что это какие-то лаги. Я не думал, что паук на меня смотрит в туалет. Потом еще галюны, типа, паук выбежал, посмотрел. Да! Ну что, ребята, мы, в принципе, уже на этом будем заканчивать этот троллинг сумасшедший. Поэтому, ребята, как обычно, ставьте огромный палец вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите больше серий. Чем больше лайк наберем, тем больше серий будет выходить. И, ребята, не забывайте писать ваши комментарии, мы будем обязательно их читать и будем к вам прислушиваться. И вообще, нравится ли вам этот троллинг прятки, пишите обязательно. Вот. Да, поэтому, ребята, огромное спасибо вам за просмотр. Всем удачи и всем пока. Покедова, ребята.